сегодня пишем дебильный обзор на непонятный грузоплан про мух. Мне помогает кот, такой же, как на рабочем столе. Вот он. Блин, опять похоже, что исчезла эта камера сбоку. Не камера, а мое изображение. Вообще это постоянно так глючит. Вообще в игре непонятно, что делать. Игра ни о чем. Давайте это просто звук там, как российская музыка, там в конце играет. А потом в конце, которая всех нафиг играет, ну как дохнет. Другого я ничего не ожидал. Тут есть еще какая-то секретная хрень, когда проходишь, можно там что-то нажать, там превратиться в какого-то типа светлячка, из-за него играть то же самое, он тоже в конце сдохнет. Я не стал этого делать. Уж нахрен, все, в паутинку пойдем. Да? Ну что, продолжим, пойдем. Блин, кот, не толкайся. Написано в интернете, это игра создана для того, чтобы просто чем-то заняться во время работы. Ну, по своей тачке можешь туда приехать, а где-то уже на бочке делай сам для себя, чтобы типа хоть как-то отвлечься. Не знаю, честно, кто будет во время работы играть. Ну, кроме разработчика. Представляю, такие таджики на стойке сидят, такие, и ща подожди, сейчас я в этом мухе поиграю, а потом достраиваю. Это подработал сути, таджики всегда ругаются. Представляю их. Муха сдохнет, как у них как надо. Они такие, давай, муха сдохла, слушай, это ты виноват, сейчас я зарежу. Муха все-таки Я не
был космос, или ты туда не был. Просто так иногда это возможно. Все и вся игра. Тут можно что-то написать. Напишем Moron Studio. Все. Тут он, видимо, разработчиков. У каждой звезды что-то написано. Алексей какой-то, Джобс, ну что-то, не знаю. Ну, всякую фигурку написали. Понятно. Что-то повторять нам не надо, на нафиг. Попробуйте платить, если качка интересная будет. Сейчас я могу нажать там титры. Вот. Работаем. Попробовать что-то для прикола. Не похоже на сосичка. Конечно. А может похоже. Нам быстрее, чем мы-то намного. Может быстрее пройдем. Когда идет игра, она выключается. Но звук же есть. Есть. Но тебя это не видно. Не больше тебе повезло. Я так угорал. Не смогу играть. Светочка висит не похоже, может типа дух в ухе. Ну, да кто там был все время заявил, достали. Thank you.
видимо, все. Всем пока, с вами был Дима, Духа, Намборн, Студия.